Здарова всем, ребята, меня зовут Кент ПК, и прямо сегодня хотел бы вам рассказать про будущее обновление 0.13.0. Я вам покажу концепт будущего обновления, я скажу так, он очень-очень годный, и вы просто обязаны за это поставить лайк. Вот если ты, братанчик, ждешь обновления, поставь лайк и подпишись на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем! К вашему вниманию представляю новый уникальный проект под названием GG Standoff. Только тут самые выгодные кейсы по самым дешевым ценам. Я рекомендую именно этот проект и открываю кейсы именно на нем. Также тут есть бесплатный барабан, совершенно бесплатно. По моему промокоду ты получаешь еще один бесплатный барабан. Помимо всего этого, тут есть очень выгодные контракты и апгрейды. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод KEN25 при пополнении и получай 25% на свой баланс обратно. Ну что же, а мы продолжаем. Ну что же, поехали смотреть. Надеюсь, вам это очень понравится, надеюсь, вам нравится подобный контент, потому что, возможно, будущее обновление будет именно таким. Кто его знает? Так, ну что же, поехали. Как мы видим, уже справа крутится ползунок, значит, идет загрузочка, и что же мы видим? Мы видим начальное меню. А, ну в принципе, все как обычно. В прошлом видео было все то же самое. Помните, в прошлом видео было то же самое. Так, мне вот интересно, что же тут все-таки изменили, что же добавили и что же тут интересного есть? Ага, Gold Pass! Вот это я понимаю, вот это по-нашему, пацаны, узнаете? Это уже обновленный Gold Pass, это новая коллекция, это тычки типа. Но, честно говоря, давайте будем откровенны, тычки, ну что так себе. Но мы ожидаем что-то получше. Вот я хотел бы какие-то тычки Dragon Glass, например, было бы очень круто. Дальше смотрим, есть Free Pass и Gold Pass. Free Pass мы получаем наклейку, получаем серебро, получаем бокс и опять получаем серебро. Ну, короче, полный отстой. Что же мы получаем в Gold Pass? Тычки сразу же! Не, ну это прям очень имбово. Прям, ну, ребята, это просто хэштег имба, посмотрите. Вроде бы, Gold Pass только начинается, только вы купили только Gold Pass, первый уровень прошли и сразу получили тычки. Не, ну это прям очень имбово. Дальше, что же я еще вижу? Вижу стикер-пак. Блин, круто, наклеечка. Дальше кейс и опять наклейка. Ну, в принципе, все по дефолту, все как обычно. Давайте посмотрим дальше, что же мы еще интересно видим. Потому что мне, пацаны, просто капец, как интересно. Так, и мы видим, так. Поехали. Мы обратно вернулись в главное меню. Это наш инвентарь. В инвентаре я ничего такого особенного не вижу. Вроде бы, ну, в принципе, все как обычно, да? Ну, никаких намеков на обновление даже нет в инвентаре. Ну ладно, так, ну, и что мы сейчас увидим? Новую наклейку, я так думаю, или нет? Так, а ну-ка, пацаны, как думаете, правили, нет? А, это новое оружие? Это МП-5? Да ну нафиг, какой же он страшный! Не, пацаны, вот кто считает, что это реально страшный скин, просто хэштег «Уйди, страшилище», потому что, пацаны, если это будет правдой, я ухожу из стендофа, потому что, да ну нафиг такие скины. Так, ладно, давайте смотреть дальше, что же мы интересно увидим, что же мы интересно найдем, и мы видим пока что вот этот МП5, как его, какое название? Риот Бех, легендарка, я понял, но скин просто нереально убогий, фу, блин, какой стрёмный скин, фу. Так, нажимаем на Тег-9 Некромансер, и мы видим, да, та самая новая наклейка под названием стикер Харасдоус. Блин, пацаны, если такие наклеечки добавят, вот такие вот именно, знаете, новые наклейки, на которых будут изображены всякие чувачки из стендофа, это было бы нереально круто. Ну представьте, просто это можно КТшника налепить, можно террориста налепить, было бы реально прикольно. Ладно, ребятки, смотрим дальше, что же мы еще увидим? Так, я понял, типа мы видим обновленную анимацию наклеек, да? Так, ну что же еще интересное нас ждет? Так... Сейчас, скорее всего, нажмем кнопочку play, и мы увидим... А, не, не... Подождите, а что это такое? Да ну! Слушайте, а это, тем не менее, прикольно. Типа, есть сезонный ранг самого скиллового чувака. Это же не кланы, да? Это именно персонаж, да? Посмотрите, есть чувак, у которого самая высокая стата, он на первом месте. Это, скорее всего, у него было вообще 0 смертей, прикиньте. Блин, это было бы круто, мне тут просто интересно, какое было бы у меня место, и мне очень интересно, какое было бы место у всяких киберспортсменов, потому что, а вдруг эти киберспортсмены просто нубы, вот прям очень интересно, если бы добавили статистику, было бы реально пуля. Так, ну что же, поехали. А, да, кстати, еще одна инфа, уже подтвержденная инфа, каждый новый сезон будет обнулять ранг, это уже подтвержденная инфа.
А, и еще забыл отметить, у топовых чуваков, видите, у них же у всех глобал, прикиньте, то есть у топ-1 игроков, грубо говоря, Минира получается, да, у них глобал. Блин, очень-очень круто. Я думаю, ребятки, за это надо поставить лайк, потому что оно просто, ну, блин, ну это заслужит ваше внимание. Так, ну что же мы тут интересное увидим? О, зона 9. Да ну, смотри, пацаны, зона 9, видите? Блин, опять наша любимая зона 9. Вот давайте так, кто прям очень сильно ждет карту зона 9, хэштег добавьте зону 9. Блин, ребят, мы ее ждали, сколько получается, больше года. Больше года назад ее убрали, и мы все это время ждем. Ну это, я не знаю, какое-то издевательство над нами. Я хочу зону 9. Так, что же мы видим дальше? Дальше, скорее всего, будет загрузочное меню. Я правильно, нет, как думаете? Так, да, загрузочное меню, да. Ну, в принципе, пацаны, все как обычно. Ну что же, и на такой прекрасной ноте это видео заканчивается. Я вас прошу, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ссылка на канал автора тоже будет в описании, большое ему спасибо. Но вы, мои же подписчики, просто поддержите меня хорошим комментарием и напишите, ждете ли вы обновления или нет, мне будет очень интересно. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!